Смертельный номер. Прямо сейчас Александр Инюточкин съест опасный гриб под названием мухомор. Наш телеканал настоятельно не рекомендует повторять это. С Александром ничего не случилось. На данный момент он жив и здоров. Это одно из немногих видео в его блоге, где мужчина поедает опасные грибы. Впервые такое лакомство он попробовал год назад. У каждого свои рецепты. Кто-то на спирту настаивает, кто-то просто в собственном соку утрамбовывает 3-литровую банку, закатывает, там настаивается несколько месяцев. Но я, немного поразмыслив, подумал, что все-таки свежий мухомор, в свежем мухоморе больше полезных веществ. Начал Александр с малого. Вначале попробовал совсем небольшой мухомор и стал ждать, как его организм отреагирует на это. И в результате вместо тошноты обезболивающий эффект. Пропала боль в коленных суставах, в локтевых, в позвоночнике. Через 40 минут я попробовал еще один такой же маленький мухомор. То есть эффект усилился, но много употреблять я не стал. Теперь каждый поход за грибами Александр ищет и мухоморы. Говорит, в этом году их, к сожалению, мало. Никакой обработки грибов перед поеданием он не проводит. Мужчина ополаскивает их водой и счищает ножиком грязь. Правда, его энтузиазм не разделяют врачи. Оно и понятно, большинство мухоморов несъедобны или сильно ядовиты. Есть и смертельно опасные виды, которые иногда путаются с съедобными грибами. Мухоморы являются несъедобными грибами, поэтому, естественно, употреблять их в пищу человеку опасно для жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя легкомысленно относиться к своему здоровью. И сами по себе грибы, они достаточно тяжело усваиваются человеком. Если у вас есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, то лучше от них воздержаться. Мухоморы часто поедают дикие животные, чтобы избавиться от паразитов. А вот для человека чаще всего это лакомство опасно. В сети не раз появлялись новости об отравлении людей спиртовыми настойками и приготовленными грибами. Поэтому лучше такой вид пищи и вовсе не пробовать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».